Чёртова бутылка прилипла к ладони. А! Отстань! А, что с моей рукой? А, ладно. В предыдущих сериях The Long Drive мои друзья отвязно веселились в прицепе, что адски меня взбесило, поэтому я прогнал их. Это было так грустно. И вскоре я нашел самую обычную машину и напичкал ее внутренностями своего автобуса. Как результат, теперь я еду вместе с моим другом Билли и Сарой за рулем скоростного дорожного монстра, который еще непредсказуем. А, тихо. О! Все нормально. Так можно. Всем хай, с вами Юджин, и сегодня мы с вами продолжаем играть в The Long Drive, и мы что-то делаем здесь в поле. Почему? Почему мы в поле? А где дорога? Дорога? Вот она. Как-то меня жестко вынесло с дороги. Ладно, ничего, просто едем. Почему я не еду? А, ручник, извините, пожалуйста. Поехали, Билли спит у меня на коленях. А, стоп, аккуратней. Черт, мы ж теперь будем ехать так быстро, как никогда. Мы приедем к своей цели, которая... Я без понятия, что за цель. Но вы пишите в комментариях, что, мол, я приеду обязательно куда-то. То есть у игры есть какая-то цель, и мы к ней стремимся. Это как в жизни. В жизни тоже какая-то цель наверняка есть. Придумай ее сам. И мчи, и мчи, как я мчу на этой машине. Друзья, мы скоро приедем туда, куда едем. Я чувствую это. Я прям вижу это. О, нет, только не снова твои видения. А что не так? Они, между прочим, всегда сбываются. Ага, прямо как в тот раз. О, боже, что это? Метеорит? Постойте-ка, я это уже все видел. Серьезно? Только не говори, что тебе было... Мне было видение. О нет, в тишине и гармонии ночи с небес свалились куски метеорита, погрузив землю в вечную тьму, и началось восстание павших. Это все... Все стало ужасно, но три отважных героя, вампир, волшебник и оборотень... Не приплетай нас сюда. Они объединились и отправились на поиски надежды. Кто такая Надежда? Не перебивай, Сара. Нам нужно ехать в родовые земли. Мы прибыли! Ты проехал 20 метров. О, нет, я вижу, что все не так просто. Темный лорд пробудился, и теперь он раздает приказы всем расам. Офигел, что ли? Ты будешь повержен, темный лорд! Это кактус. Отважные герои, в бой! И что это было? Как что? Темный лорд повержен. Теперь мы восстановим наши дома, и луна наконец-таки снова восстанет. Ты хоть понимаешь, что ты наделал? Что? О, Евгений... О, нет. Да, теперь я вспомнил, почему она здесь. О, ты призвал меня из небытия, доказав свою любовь. Теперь я никуда не денусь от тебя. Поэтому больше никаких видений. Но я правда все это видел. Да, потому что ты пересказывал сюжет мобильной игры Mists of Moonrise, которую ты всю дорогу играл. С уникальной стратегической боевой системой Match 3, где можно собирать армию из легендарных героев, состоящих из различных классов и рас, с широким спектром невероятных способностей, с помощью которых ты можешь устроить глобальную битву с падшими в реальном времени, исследовать мир и состязаться на аренах, освобождать деревни, создавать альянсы и защищать свои земли. Точно. Там как раз вышел первый юбилейный карнавал с новым геймплеем, новыми героями и новыми скинами Dust Palace. Советую вам, друзья, заценить это. Переходите по моей ссылке в описании и качайте Mists of Moonrise. И используйте мой подарочный код Anniversary. Подробности в описании. Сколько скорость? 100? И все? Я думал, что мы едем под 200. Ладно, ну 100 хотя бы это константа. И хоть здесь у нас башня сразу ждет какая-то. Я должен посмотреть, что там за башня. А где я бинокль делал? Тут где-то должен был быть. А ты где? Карабкаемся. Пожалуйста, что-нибудь прикольное. Что это? Револьвер, вот так вот взял и нашел, прикиньте. А недавно я нашел патрон от револьвера. Офигеть, у меня теперь есть револьвер. Это что такое? Алкоголь. Может его выпьем? Блин, черт, у меня же в руках ружье. Сушняк. Хорошо, давайте посмотрим, что нас ждет впереди. Дом. Пустошь. Вышка. Еще одна вышка. Вышка с водой. А сверху нее дом. Опа, бензоколонка. И вышка. И вышка. Одни вышки повсюду. И вон там еще одна вышка. Так, нас не интересует все, что туда, назад. Нам же нужно ехать дальше. Поэтому только этот дом нам интересен. И больше ничего. Ну и, конечно же, этот револьвер. Оп, застрял. Давайте попробуем им попользоваться. Во-первых, где-то... Вот, вот патроны. Перезаряжаем. Закрываем барабанчик. Где-то кролик бегал. Тихо, тихо. Надо быть максимально тихим. Я хочусь на кролика. Ой. Вон он. Прячемся в кустах. Отсюда я попаду. Нет, далековато. Это чуть ближе. Вон он. Выглядывает. Оп, есть! Подохло сразу. Используем этот револьвер для летающей тарелки. Как правило, револьвер очень мощное оружие в играх. Погодите, Сара, хватит с ручником играться, иди назад. Вилли, ты тоже, ты прям вот достал. Слишком навязчивый. Смотрите, стесняется, теперь сидит. Ладно, погнали.
И даже в горку сотка. Надеюсь, в этом выпуске я смогу найти машину, которая будет выглядеть посимпатичней. И тогда мы будем ехать не только быстро, но и красиво. Вон, кстати, тот дом вдалеке. Видите, маленький квадратик. Давайте туда сгоняем. Ну что ж ты будешь делать? Что ж ты будешь делать? Билли, пристегнись! Кстати, нравятся мои видосы? Подписывайся на канал, жми на колокольчик, чтобы не пропускать никакие видосы. А еще, если ты хочешь меня поддержать, у меня есть свой собственный Boosty. Тоже будет по ссылке в описании. Переходи и спасибо тебе. Мы проехали. Изведите, пожалуйста. А, блин, это не гараж. Есть тут вообще что-нибудь стоящее моего внимания? Ну, конечно, есть. Это же круассаны. Все покушаем. Очень хорошо, очень хорошо. Что это? Леденцы с дерьмом? Спасибо. Уже пробовал, не понравилось. Так, 0,4 литра масла. И еще масло, это пригодится. Хлебнем воды. Погодите, что это? Два футбольных мячика. Как пнуть? Ну, типа того. Погодите, а это что такое? Написано «пить». А что я здесь должен, собственно, пить? Оно пустое. Вы понимаете, что это? Я нет. Это фляга. Что, может, наполним ее водой? 16 литров воды в ней может быть. Прекрасно. Наполняйся. Объединили две канистры с маслицем, и теперь у нас литр масла. Воу! О, боже мой, страшно. Забаррикадировать дверь! Срочно забаррикадировать! И это не от тебя, кролик, а от перекати поля. Оно опасно. Не сработало! Холодильник, тебе нельзя доверять. Что у нас тут? Шоколадки и всякое говно, поэтому можно даже не париться. Так, теперь мы не можем выйти, себя забаррикадировали. А давайте масло наполним на полную лить. Все? Ты быстро. Ладно, нормально, теперь у нас 4 литра. Ладно, поехали дальше. Что, Билли? Что ты скулишь? О, боже мой! Что тебя так перекосило? Даже не хочешь на меня смотреть. Билли, ты что обиделся, а? Не смотрит на меня. Ну, Билли, что случилось-то? Ты хочешь поиграть в мяч? Да. Как скажешь, расчистим поле. Все, выходи. Так, давай, вставай. Игрок на поле. Так, а где, блин, мяч? Куда-то он делся. Я его потерял. Я его оставил возле дома и потерял. О, вон он! Так, это в ту сторону. За ним! Стоп, я не вижу его, куда он делся? А куда делся мой, блин, бинокль. А, вот ты где, катишься. Что ж, играть в футбол, так играть в футбол. Бэм, блин, я не этого ожидал. Слушай, машина, да что ты делаешь? Когда не нужно, тебя заносит пипец как. А когда надо, ты поворачиваешь такими большими траекториями. Стоп. Отлично, машина нет. Нет, какого фига я двери не закрываю? Ух, чего не сделаешь, только ради развлечений. Так, хорошо, где Билли теперь? Билли... удрал. Он меня отвлек на игру в футбол, чтобы удрать. Эх, мы его еще найдем. И в футбик поиграем. Итак, бомбардир Евгений против голкипера Сары. Я должен забить мяч. Оп. Удар. Оп. Нет. О, у нее в команде перекати поле. Пошел ты. Я его бортанул. У нас еще и как бы хоккей немножечко. Итак, нужно грамотно прицелиться. Черт. Итак, пенальти. Оп. Молодец, Сара. Хорошо отбивает. Голкипер упал, но игра продолжается. Я продвигаюсь к вратам, оп. Что это? Что? Это мухобойка? Опа, какая прикольная штука. Ладно, я забросил. И голкипера тоже. Прикольно поиграли, мне понравилось. Сара, мы с тобой остались вдвоем. Где ты там? Ты где-то там, вон, лежишь. Ничего, мы скоро найдем Билли, не переживай. Он не мог далеко уйти. Почему-то теперь мы едем только 80. Какого фига? Что за звуки? Что-то нас косит. Нас косит, блин. А из-за чего конкретно? Непонятно. У нас одно колесо не крутится. А чё у нас колесо не крутится? По тормозам. Какого фига? Колесо, ты чё? Ты в порядке, а? Ну-ка, на тебе мухобойкой. Все в порядке. Теперь должно работать. Может быть работать, а может быть не работать. Посмотрим. Оу, вот это скрежет, вот это звук. Все ждали новую часть Форсажа, думали, что она будет мега эпичной, просто безумной. И так оно и есть, потому что вот она. Смотрите, теперь все крутится. Ну и прекрасно. Там что, пустыня, что ли, впереди? Опять? Это что такое? Я видел, как ты подпрыгнул. Слушай, мне нравится, что эта машина очень быстро тормозит. И очень быстро едет, она все делает очень быстро. Какой отвратительный автобус. На тебе мухобойка. Есть тут что? Мойки ничего нету. Это что такое? А, это Сиги, фу. Фу. Окей, я не мог не заметить, что тут можно присесть на лавку. А если я сяду, автобус приедет? Приехал! Не, я имею в виду автобус настоящий. Ладно, вряд ли он приедет. Ну, давайте посмотрим, что там у него внутри присутствует. Пустота. Какая пустота в тебе? Нету ни хрена. Но может быть маслица есть? Маслица таки есть. На 4 литра. Я должен это позаимствовать. Оу, мне же придется весь этот мотор достать. Который тяжелый, мега. Как-то так. Погодите, а в чем разница этих двух дырочек? Они все одинаковые дырявые, и в них все то же самое. Ладно, дать. Стоп. У нас же есть прекрасный шланг. Это шанс заюзать его. Какая-то глиста. Че, надо вставить сюда. А! Нет, перестань! Что ты...
перестань лить! Откуда она льет? Взяла, вылила. Просто льет. Он льет непонятно откуда. Блин, да чтоб тебе. Все, я понял механику. Он просто льет. Я понял, что нужно делать. Нам нужна канистра. Это с дизелем. Это с водой. Стоп, и это с водой. Нафиг я это наполнял водой тогда. Давайте ее откроем. Пьем. Я не знаю, мы пьем. Давайте выльем. Господи, я пробудил этот шланг, и он льет без перерыва. Шланг, прекрати, что с тобой? Видимо, я слишком неаккуратно водил, что он заблевался весь так. Ставить. Окей. Вот, переливаем. Короче, вытащись. Шланг, отстань. Все, перестань. Ты как пиявка прицепился, давай лить. Окей, мы не можем из мотора в мотор переливать. Только через канистру. Канистр посредник. Вот так все устроено. Наполняем. Стоп. Оп, что? Что я сделал? Какой дизель? Какой нахрен дизель? Это дизель? Что я перелил только что? Здесь было масло. Было написано масло. Или было еще написано дизель. Я, короче, дизеля подлил. Теперь тут 50% дизеля. Дерьмо. Полное. Есть ощущение, что я сделал какую-то фигню. Стойкое ощущение. Посмотрим, чем это все обернется. Поехали. Крика машины. То есть она теперь едет еще быстрее. Ну, естественно, дизель в бензобаке. В дизельбаке. Дизель в моторе. И повсюду дизель у нас. И нас ведет. Твою мать! У, Сара, ты в порядке? Она в порядке. Она такая хрупкая, она может лопнуть в любой момент. Но она держится. Держится даже больше, чем Билли. Мне нравится вот так вот ехать, как в GTA. Очень удобно. Так, у нас 110 км в час мы едем. Прекрасно. Есть риск снова оказаться в пустыне. Хотя в этом ничего рискованного нету. Я просто хотел чуть новенького. Водоемы какие-нибудь. А, не, мы прям в пустыню и едем. Кстати, летающих тарелок давно не появлялось. Почему, интересно? Может быть, потому что они знают, что я теперь на машине, и что я быстрый, и что машина открывает дверь не с помощью электроники, а вручную. Аналоговое открытие дверей. Типа, она больше не сможет заблокировать мне двери. Она все знает, она следит за мной. Ты следишь за... Ох, как прикольный кадр. Они следят за мной, короче, вот что я хотел сказать. Тра-ля-ля-ля-ля-ля, что это? Домик, отлично. Там, кажется, Билли нас уже дожидается. Вот он! О, Женек, ты где был? Я тебя ждал, ты просто куда-то уехал. Я на автобусе догнал до сюда. Эй, ты что делаешь, Билли, хулиган? А тебе мухобойкой. Мухобойкой. А! Мухобойка, ему пофигу на мухобойку. Билли, ты что такой агрессивный с своими обнимашками? Все, успокойся. А теперь я, конечно же, тебя отшлепаю мухобойкой. Ну-ка, заползай обратно. О, Сара, ты тоже здесь. Конечно, она здесь. Она бы меня не бросила, как ты сделал только что. Говнюк. Ты пропустил футбольный матч. Мы выиграли. Если что. Все, уселся? Отлично. Ладно, это какой-то искусственный дом. Как будто это просто декорация. Всего лишь муляж. Новые типы канистр начали появляться. Здесь масло. А это что? Что это? Это компас. Итак, левый shift плюс R зафиксировать точку. Я не понимаю, в чем прикол, что это значит. Какой-то компас. Слушай, возможно, это что-то нужное. Пока я не понял, как это работает. Ладно, иди. А вот маслице мы, конечно же, подольем. Наступает ночь. Я не буду ложиться спать, потому что я хочу встречи. Знаете, о какой встрече я говорю? А в ящичках у нас просто фары. Так, надо немножечко в туалет сходить. Смотрите, кто-то уже кинул Сару. Кто-то уже кинул Сару внутрь. И одна сидит здесь. Это Сара кидает Сару, устраняет конкурентов. Вот ты. Что заслуживаешь? Кстати, а чё мы всегда ездим без фар? Ну, надо включить их. Вот какие фары. Ладно, больше здесь ничего нету. Ой, Билли, мое лицо все в дырках. Это, по-моему, из-за того, что я стрелял в него. Поехали. Как-то жутковато. Почему-то в автобусе было комфортнее ехать ночью. А чё этот стол перекосило? Такого я раньше не видел, они всегда были прямыми. Что-то здесь неладное. Итак, по скорости мы 100 едем. Трава закончилась. А, мы сейчас в пустыню как раз-таки переместимся. Ах, хорошо, когда свет в салоне. Нет, не надо. Давайте не будем. Билли, ты в порядке? Дрожит, ему страшно. Потому что столбы, посмотрите, они кривые. Вот еще один. Чего же боится Билли? Он предчувствует что-то неладное. А я вместе с ним, я очень впечатлительный человек, сразу на себя все принимаю. Опа, дорога адской кривой становится. Аккуратней, просто едем. О, нет. Опять дерьмовая пустынная дорога. И кактусы. С возвращением, друзья, мы вернулись. И что с тобой, фонарный столб? Либо... Стоп, нет, даже когда мы были в пустыне, дорога была не такой уродливой. Походу, нас ждет сейчас еще страшнее пустынка. Когда расцветет, мы узрим ее во всей ее уродливой красе. Стоп! Как жутко! Этот чел специально это сделал. Он выставил машину на дорогу, чтобы я врезался в нее. Отдохни! Он не стал подыхать. Выходим! Как воины! Сходимся в битве! Есть! Какого фига машина? Слушайте, она неплохая, просторная, но она как машина бати. Как будто мы едем за город на пикник. Нет, это не то, что нам нужно. Что? Автоматический свет включается в салоне? Видели? Сейчас я такой... Оп! Оп! Как?
Как это так работает? А у меня такого дерьма нету. Ну-ка. У меня такого нету. Ты смотри, а у нас здесь что? Мотоцикл. Давайте попробую прокатиться. Что это за жалкое зрелище? Смотрите, как он ножкой дрыгает, мой чел. А что с глазами? Куда ты поехал? Стой. Ладно, извини, мотоцикл, но ты ужасен. Ты же, батин мобиль, имеешь 14 литров дизеля. Чё там по маслу? По маслу, где у тебя вообще оно держится? Чё, нету места, где масло? Как странно. Ладно, фикс этой машины, а чё у нас по дизелю? 22 литра из 39. Нормально. Кстати говоря, где мой шланг? Вот мой шланг. А перелить отсюда есть чё? Было бы классно перелить отсюда дизель. Да, но у меня всего 3-литровая канистра. А если что-нибудь получше? Сейчас будем искать в ящиках. Пары и маленькие канистры, и патроны для револьвера. 3, 4. О боже мой, 4 пачки. Найс. И еще новое оружие. Или погодите, оно у нас есть? Это же обрез. А, нет, у нас 2-стволка. Но теперь еще есть и обрез. Хо-хо-хо-хо. Какой оружейный выпуск получается. Так, нога. Эх, это уже пройденный этап. Раньше я бы присобачил к Саре. А что, если Билли хочет себе ногу? Билли, у меня для тебя сюрприз. Вот, упрись ножкой в стекло. Ой-ой, стой. Не дергайся, все в порядке. Все хорошо, я закрою дверь. Так, что там с твоей ногой новой? А, Женя, это очень больно. Это неестественно. Все, не переживай, сейчас мы разберемся. Сказал же, разберусь с ногой. Как тебе? Нравится? Мне тоже очень нравится. Кто из вас не мечтал о ноге в щеке? А, Билли, ты своей ногой наступаешь мне на причинное место. Щекотно. И как-то страшно. Что ж, мы все-таки в пустыне. Ну что ж, поехали дальше. Так, впереди вижу какой-то дом. С козырьком. Слушайте, это, по-моему, что-то новенькое. Погнали туда. Что-то мне не нравится, как моя машина себя ведет. Итак, у нас проблема, мы нагреваемся. И мы подъезжаем. А, это заправка. Там чувак, я видел. Что ж, файт. Осторожно. Вообще-то это новый дом, я такого еще не видал. Сэр. Умри, пожалуйста. Блин, здесь такой классный трамплин. И чертов камень здесь заспаунился. Уйди, камень. Блин, я бы мог на нем классно сейчас подпрыгнуть. Я попробую это сделать, конечно же. Я правда не помню, чтобы я был в подобных местах. Что? Монтировка. Находил я уже монтировку или нет? Не припомню. Погодите, что это? Это собака. Это типа чихуахуа. А в игре это является настоящей собакой или это просто игрушка? Типа по текстуре я бы предположил, что это живая собака, как и кролики, которые здесь бегают. Теперь у нас есть Сара, вот тебе зверушку купил. Надеюсь, ты будешь довольна. Пили. Что все это значит? Ты опять пытаешься улизнуть? Не тут-то было. Сиди там спокойно. Собрался выйти на такую жару. Ты был одной ногой в могиле. Той самой ногой, которая на щеке. Короче, монтировка нужна, я ее забираю. Давайте катану положим сюда. Вот так. Нужны свободные руки, я считаю. Хорошо, больше здесь ничего интересного нету. Разве что можно на крышу запрыгнуть и найти там просто диск. Опа, щетка. Как раз у меня машина захерилась, надо ее немножечко воскрести. Ты что не скребешь, я не понял. Странно. Ладно, а багажник? Что-то не скребется. Блин, какая-то нескребущаяся машина, ну что за фигня? Может быть, приподнять его нужно было просто? Игра, мол, не понимает, что она конкретно скребет. Слушайте, ну что это значит? Ну что это значит? Это бракованная щетка. Или, может быть, она хочет, чтобы я попшикал? Так, кажется, это нереально. Возможно, это уже не чистящиеся предметы. Итак, вы все знаете, что я хочу сделать. Идем на разгон. Давай, машин, ну перестань. Будь маневренной. Ой-о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 й, это очень плохо, это очень плохо. Это все из-за ноги. А! А! Что ты делаешь? Еще и сикнул чем-то. Нет! Что происходит? О, боже мой. Я что, не закрыл? Я не закрыл. Я идиот, я не закрыл. А, ну все, ладно, не так много выссал. Что выпало? Прости, Билли, я понял тебя. Ему не нужна нога. Ему не нужна нога на голове. Может быть, она нужна ему здесь? Не благодари. Билли, не благодари. Я знаю, это классная нога, о которой ты мечтал. Какой он упертый, а? Ну-ка, иди сюда. Он не хочет садиться в эту машину. А ну, быстро садись, я сказал. Наказание... Вот что будет наказание. А, ты воткнул мне в задницу. Не трогай, руками не лезь грязными. Операция только что прошла. И Сара тоже, какого фига ты ушла? Знаете, что я думаю? Давайте заблокируем физику во всем интерьере машины. Потому что я уже как бы изрядно намучился вот так постоянно их подбирать. Всех моих друзей, нафиг оно мне надо? Уже мы над этим посмеялись, теперь давайте искать другие приключения себе. Итак. Оп! Какая дичь получилась! Как оно так случилось? Ладно, я хоть выйду. О! Нифига сильный! Выходим. Как только. Я не могу выйти. Ну, пожалуйста. Так, хорошо. Оп! Давай. Оп! Нет!
Почему? Оп! Все отлично, я вышел. Машину, ну давай. Нет, только не в эту сторону, не переворачивайся. Секундочку, есть! Какого фига бампер отвалился? Ну-ка обратно иди. Хорошо, выруливаем отсюда. Вообще, как будто мы назад гораздо быстрее едем. Окей, в чем проблема у нас? Почему мы перегреваемся? Так, воды 3.1, у нас по-прежнему очень много воды. А в чем проблема? Без понятия, что этой машине нужно, чертовой. Я хотел поехать отсюда, но когда я еще увижу такой трамплин? Правильно, правильно. Поэтому сопли подобрали, едем. Твою мать! Идеально, идеально, идеально! Так, какого фига все разлетелось? И более того, мы адски кипим. Ч-ч-ч-ч. Что с тобой? Ну, воды ведь достаточно. Ладно, все-таки я трамплинчик-то использую, вот типа того. Нормально. Классно прыгнули. Ладно, игра, ты настаиваешь, видимо. Ты хочешь, чтобы я немножко залил воды? Давай я залью. Я не знаю, хочет она этого на самом деле или нет. Я просто предполагаю здесь. Давайте нальем. Очень надеюсь, что это поможет. Так, дымиться перестали. Ну-ка. Нормально. Почти что критическая температура, но почти. А почти не считается. Поехали дальше. Я понял, в чем проблема. Мы же в пустыне. Мы не можем гнать на полную. Здесь солнце совсем другое. А эту машину мы нашли там, где была травка. Все-таки проблема у нас будет здесь, да? Только я расслабился. Опа, гараж. Что по гаражам у нас? Оп. Дерьмо какое-то. Что, линейка? Это уровень. О, и он даже работает идеально. Посмотрим, насколько у нас ровно стоит машина. Ой, что я сделал? Что я сделал? Что? Перестань! А. Я не понимаю, как понять. Как понять, оно ровно или нет? По мне ровно! Лопата. Я, правда, рассчитывал, что с помощью нее мы сможем копать сокровища, но это просто, чтобы бить. Наверху же у нас просто холодильник с кучей хлама. Вкусненького. Нём-нём-нём. Ням-ням-ням. Опа! Это масло. Нет, нам не нужно. Просить, пожалуйста, что это? А, это музыкальная шкатулка, ребят, это музыкальная шкатулка. Как раз таки на ночь, или я сейчас сыграю нам. Засыпай, мой друг. А, с добрым утром. Играл всю ночь. Ладушки, погнали. Вдалеке вижу еще один дом и корабль. Знаете, и дома такого я тоже раньше никогда не видел. Что за новый дом? С красной крышей. И даже деревья растут прямо на участке. Такого я... Стрёмно, и буря слишком близко. Слишком близко буря. Что это за дом? У него даже участок огорожен. Погодите, это что? Это что такое? Это кладбище? Это кладбище и церковь? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это супер жутко. Где моя катана? Врата открываются. Слышите, вороны летают. Я слышу кого-то. Во-первых, там стоит улетная машина. А кто здесь живет? Как будто я в дом Гренни приехал. Заглянем. Там еще подвал вниз. Давайте я возьму револьвер лучше. Тут есть эта машина, там еще одна прикольная тоже. Вот это. Прям как во втором Fallout'е. Скелет, которого можно потрогать. Тебя можно трогать, скелет. Здесь нету никого. Может, мне стоило сначала зайти в дом, поздороваться, прежде чем вот так вот расхищать могилки. Ой, так я знал, что одна... Там проход, ребят, там, блин, проход. Боже мой, это и забавно, и весело, и страшно одновременно. Давайте попробуем сначала через главный вход зайти. Фу-фу-фу-фу-фу. Летучая мышка. Что? Она летала, упала и превратилась... Вот в это? Что здесь происходит? Эти, это просто Билли? Это просто Билли. О, боже мой, я зря испугался. Кто-то ходит здесь. Кто-то большой. Мама. Все-таки я беру револьвер. Стоп! Давайте заменим оружие. Конечно же, мы возьмем калаш. И обрез. Я думаю, катана нам не особо нужна сейчас. Ух, ладно. Давайте аккуратненько припаркуемся прямо возле входа. Чтобы потом, в случае чего, просто взять и удрать. Ладно, заходим. Кто здесь живет? Боже мой! Утки! Какой кошмар! Тут никого. И тут никого. Фу, боже мой. Ба! Залагала. Так, тут Сара, что ты тут делаешь? Еще одна винтовка, которая у нас уже есть. А, стоп. Здесь еще один Билли просто? Он просто ходит здесь. А, фу. Здесь нет никакого страшного босса-монстра. Это меня немножечко успокоило. Но и в то же время разочаровало. Я надеялся, что тут сейчас будет босс-файт. А, да, босс-файта не было. Выпьем. Ну, все просто в супер ужасном состоянии здесь. Зато есть куча средств, чтобы привести в порядок мою машину. Интересно, для кого тут накрыли на стол? Это очень жуткий дом и становится темно. Я не хочу здесь бродить ночью. Поэтому я посплю в нем. Очень комфортно спалось. Снились милые сны. Итак, продолжаем исследование. У нас здесь есть дымоход для Санты. Опа. Вот еще есть наверх и в подвал проход. Пожалуйста, не пугайте меня. Что у нас здесь? Что у нас? А-а-а!
Это как раз-таки, наверное, путь к этой могиле, да. Все, ладно, это не проблема. Это ничего опасного здесь нету. А наверху что? Очень много комнат. Какое жуткое место. Еще один револьвер. Ладно, у меня он уже есть, мне не нужно. Книга, это, видимо, Библия. Ну, ну, что еще? Я даже боюсь представить, что это такое. А, блин, какая жуть! Я хотел просто полюбоваться чертовым мотоциклом, как эта тварь выскочила. О, какая хорошая реакция у меня. В общем, да, красивый, красивый мотик. Вот, вот что я хочу. Об этом я мечтал. Ай-яй-яй-яй, погодите, там еще есть третий этаж. А как мне туда забраться? Эй, я должен туда забраться обязательно. Стоп, я знаю, по дымоходу получится... Нет, нереально. Итак, у меня есть одна идейка. Аккуратно. Давай-давай-давай-давай. Чисть. Пошли-пошли-пошли. Yeah! Вот оно. Это бампер от этой машины. Что у нас здесь еще? Канистра, летучая мышка. Ладно, давайте канистру скинем. Еще один гроб прямо здесь. Стой, стой. Черт. Ладно, я его открыл, это хорошо. Тут никого нету. И здесь ничего нету. Вот тут есть проход. Но... Как мне... Никак не прострелить это. А, это просто открывается. Ладно, идем вниз. Осторожней. Чё? Шляпа? Надеть? Погоди, сказал надеть. Надеть. Не надевает. Опа, надел. Теперь я в шляпе? Как посмотреть на себя? Ладно, посмотрим чуть позже. Смотрите, это же забытый этаж. Оп, открываем. Вот где мы. Ладно, но это еще не все. У нас же вот тут было окошко какое-то. Стоп, тихо, тихо. Аккуратственно. А, я здесь был. Ладно, кажется, мы закончили с домом. Опа, смотрите, какой я весь в шляпе. Вот с такими глазами как-то лучше смотрится. Что ж, предлагаю пересесть в Highwayman. Ну чё? Вот, идеально. Конечно, машина не в супер идеальном состоянии, но сколько я еще буду ждать, когда она мне снова попадется, правильно? Один раз живем, мы должны прокатиться на ней. Вот, кулер ставим. Единственное, что нужно вылить из нее немножечко хлама, который там скопился. Возьмем их шланги и вот в эту канистру. Че, переливается? Валейся. Вот, начало. Еще чуть-чуть. Я не знаю, как здесь физика работает. Пожалуйста. Я понял, что находится ниже, туда и наливается, видимо. Заправляем дизелем чистейшим. Я думаю, 2 литра для теста будет достаточно. Ну-ка. Да. Вот это да. А, чё по спидометру? Его нету. Кажется, оно едет. Кажется, оно, блин, едет. Машина готова. Посмотрите, какая она красивая. У нас, правда, всего лишь 13 литров дизеля. Но ничего, там впереди корабль. А-та-та-та. Поехали. Ау, что-то сразу сломалось. Только что, только я врезался, сразу сломалось. Что за фигня, а? Это что такое? Это что, это диск? И боковое зеркало, нет, нафиг. А ну-ка, поставься. Теперь же поехали. О, да. Какая скорость? Не показывает. Стой, в смысле, почему не показывает? Потому что я же не присоединил к машине. Куда ты едешь так стремительно? Стой, стой, стой. Ого. Посмотрите. Посмотрите, какой FPS в игре стал. Такое все максимально плавное. А почему реально FPS такой хороший стал? А, снова усрался. Что с дорогой? Дорога, ты че? Пока я там возился с машиной, ее засыпало. Ладно, поехали. Дорога почему-то над землей очень страшно. Что происходит? Происходит много всего. Ищ. А, что там? Что за звуки? Без понятия, что это за звуки. Узнаем в следующей серии, друзья. Огромное всем спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и заходите вот на этот видос и вот на этот плейлист. И вы кайфанете, я вам обещаю. Также не забывайте про мой Boosty, про мой сервер по Майнкрафту, все будет в описании. С вами был Юджин, друзья, и всем пять!